Приветствую всех на своем канале, с вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Значит, не могла я не записать видео по буксу без вложений. Мой ДИК-АДС. Вот у меня видео, пошли вопросы. Значит, и сегодня я пообщалась с поддержкой. Все замечательно, поддержка отвечает. Ну, вот я написала, и сразу ответ пришел. Значит... И хочу обратить ваше внимание, многие задают вопрос, как работать. Значит, мы собираем от бонус поинты, так, когда у вас на балансе будет 1600 поинтов, тогда у вас появляются денежные ссылки. Мы просматриваем за этих 17 рекламок, я получаю 12 центов ежедневно. Сейчас у меня на балансе $16. Так? Вот здесь должно быть 1600. И только на следующий день вам пойдут поинты. Ой, денежные ссылочки. Так? Вот. Вот такие вот они. Вот это поинты мы собираем. А вот это денежные ссылочки уже пойдут. Но только когда будет у вас, вы наберете 1600. Вот. Так, и еще тут. Если нужно заходить ежедневно. Если мы не зайдем, пропустим день, мы уйдем типа в минус. Что-то типа того, как я поняла. Значит, вот эта вкладочка, вот лампочка горит. Вопросы-ответы. Нажмете, переведете на русский и прочтете. Далее, что я хочу сказать. Значит, я здесь работаю. А, я здесь доллар закинула. Прорекламировала проект. Все замечательно, все супер. Ну, ладно. Что значит? Я работаю. У меня начали уменьшаться вот эти поинты. Вот они. Баб. Монеты вот эти. Думаю, что за дела? Начала общаться с поддержкой. Вот здесь в правом нижнем углу нажимаете, и можно общаться. Я на английском языке. Значит, и написала, как так, что за дела? Типа, по-английски все. Почему у меня не прибавляются, а уменьшаются? Так, значит, на что они мне ответили? У меня же уже денежные ссылочки есть. Они забирают одну монету, один баб вот этого поинта, вот за эти, за одну вот такую кошелинку. Вот по 0,5. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10. В общем, они за одну такую рекламку 0,205, они забирают один баб вот этого поинта. Нормально они так это. Вот поэтому мы просматриваем вот эти денежные ссылочки. Так что не пугайтесь, у кого уже есть денежные ссылки, если вот здесь баланс уменьшается, они забирают. Значит, и у меня вопрос был, что еще вопрос? От 1700 монет девушка задала. А кошелинок почему-то нет по нулям. Я тоже задала, надеюсь, вы увидите мое видео, вопрос. Говорю, как так, 1700 поинтов. Говорю, есть, а ссылок денежных нет. Они мне ответили, что появятся на следующий день. Так что, надеюсь, у вас все будет хорошо. Вот. Значит, что еще? Ну вот, монеты. Монетки вот эти вот тоже задавала дама вопрос. Как я уже сказала, вот эти поинты, их все надо просматривать. Их у меня ежедневно их просматриваю 10 штук. 10 штук вот этих и 17 штук денежные ссылочки. Ну, в принципе, это все. У меня вот появилась вот такая вот вкладочка. Мой логин, и здесь мой профиль, сеттинг, мой реферал. Вот этого у меня не было. Вот. Ну, в принципе, надеюсь, моя информация была вам полезна.
Всем удачи, больших заработков. Пишите, если будут вопросы, в комментариях. И вот сюда тоже задавайте вопросы. Еще можно вопрос задавать. Опускаемся ниже, ребят. Смотрите, контакт. Нажимаете сюда, в самом низу. И вот здесь электронный адрес. Я и сюда написала. Я и сюда написала, и сюда написала. Здесь мне вот сразу ответили, как бы. Ну, всем удачи, больших заработков, до новых встреч.